Налетчик на ювелирный салон попал в камеру видеонаблюдения. Мужчина пытался вынести драгоценности из салона, угрожая оружием продавцу, но не смог. Женщина нажала тревожную кнопку. Вот мужчина подходит к ломбарду. Скорее всего, грабитель не ожидал, что попадет в кадр, ведь на нем даже маски не было. Мужчина прогуливается по салону, присматривает ювелирные украшения. Причем его интересуют только самые дорогие. Потом покупатель заводит консультанта в угол, и пока девушка показывает драгоценные изделия на витрине, достает из-за пазухи предмет, похожий на пистолет. Продавец не растерялась и нажала тревожную кнопку. Впрочем, к приезду секьюрити мужчина успел скрыться. При совершении преступления мужчина на вид 50-60 лет, рост 170-175 сантиметров, был одет в кепку черного цвета, типа восьмиклинка, светлую куртку, клетчатую рубаху, брюки темного цвета и темную обувь. Сейчас этого мужчину разыскивают. Сотрудники полиции просят всех, кто его узнал, обратиться в райотдел.